Всем привет, друзья! Сейчас буду доставать крылышки. Так, сейчас, девчонки, секундочку, еще возьму салфеточку. Так. Опа! Вот такая вот красота. Видно? Нет? Видно. Вот такая красота. Ой! А какой идет запах! 2 часа стояли. 2 часа стояли они у меня. Вот. Так. Да, это уже, как сказать, ну, дешевая коптилка. Вся, как говорится, уже ржавая. Но коптит прекрасно. Мы тогда с девчонками, я не помню, сколько ей уже коптилочки-то. Ой, запуталась. Вот так. Куда? Вот. Вот такая вот красота. Сейчас, конечно же, они у меня будут остужаться хорошенечко. Вот. Крылья индейки. Каждому по крылышку 10 штук. 10 человек нас будет. Они хорошо остынут. Потом я их завакумирую. Вот. А может нет. Вот такая красота. Все. Сейчас буду коптилку прибирать. Показать вам? Сейчас покажу, девчонки. Не пугайтесь только тогда. Вот она. Она вся ржавая, да. Дешевая. Но она коптит. Вот сюда наливается вода. Вот. Крышкой закрывается. Вот крышка. Вот. Эти вот решеточки вставляются, на которые я вешаю. Ну, сколько прослужит. Зато я тут и грудку коптила. У меня там видео есть. Куриную. Вкуснотища. У меня, наверное, даже осталось. Сейчас я посмотрю. Я 2 куриных грудки покупала. Коптила. Конечно, вот все остаточки. Вот такая вот. Очень вкусная. Как говорится, свое. Вот, девчонки, плиту только помыла, поставила, покоптила, и она вся у меня, это, водичка, если газ там как, ну, она стоит на маленьком газу, но вода бывает, и, в общем, сюда как бы брызгает, вот. А то, если я буду целый день мыть плиту, то извините меня, а то сейчас начну готовить, скажут опять. Вся плита грязная. Вот так. Я, знаете, сейчас что хочу? Мне писали как-то макароны поджаривать. Вот я хочу попробовать. Я как-то, по-моему, делала давным-давно. Я уже плохо помню. Вот. Но я попробую еще раз. Так вот, сковородку поставим. Так, наверное, надо чайник поставить, да ведь? В общем, сейчас чайник поставлю. Вот, у меня дешевые магнитовские макарошки.
Сейчас я их поджарю. И как рис, да, заливаем кипяточком. Сейчас. И будем поджаривать. Так, вот у меня лопаточка новая. Вы вроде уже видели, да? А то я уже не помню, что я показывала. И кисточка новая. Вот. Лопаточка мне нравится. Очень хорошо. И там видео, девчонки, я хлеб пекла. Такой хлеб замечательный получился. И курицу коптила. Я телефон сделаю, в ремонт отдам. Я оттуда видео вам все равно потом перешлю посмотреть. Кому интересно, посмотрят. А то, как говорят, старое видео испортилось. Чего смеяться? Ой, там. То стол сначала такой был, потом такой. Вчера я сняла там, например, кусочек видео со старым столом, а тут же вот в этом видео стол новый собирают. Я снимаю. Ну, ведь понятно, я не это самое. Вот. Потом тоже, значит, насчет полочки. Ну, тоже ее эти купили, собрали. Сейчас я сняла тут кусочек, например, что-то делала. Не было полочки, потом поставили. Ну, и что тут такого? Вот, девчонки, ну, что тут такого? Вы мне скажите. Так, солить потом будем, да? Водой зальем. Вот это что за макарошка некрасивая. А, она у меня уже поджарилась. Они уже поджариваются, что ли, у меня? А что они белые-то делаются? Так. Огонечек убавлю немножко. Я как-то делала макароны по-татарски. У меня даже видео есть такое давно. Ну, там макароны не обжариваются, а все вот делается как на плов. Мясо обжариваешь, лук, морковь. Вот так. Лук, морковь. В общем, все как на плов. И потом макарошки высыпаешь, заливаешь водой так же, чтобы было прикрыто. Вот, ну, конечно, смотря какое мясо, надо сначала мясо потушить. Вот как для плова. Зервак или что сделать, да. И потом также макароны высыпаешь, добавляешь воды, чтобы там сколько было. И крышкой закрываешь. Вкусно. Вот, а сейчас я попробую. Так, ну ладно, пусть жарятся, да? Я, наверное, масла не налила. Сейчас я масло налью. Что-то я уже не знаю, не помню. Ладно, чуть-чуть налью масла. Вроде масла надо. Ну, поджариваются уже. Вот. Хорошо. Так. Румяные уже. Вот сейчас и чайник как раз. У меня есть тушенка. Я сделаю с тушенкой, наверное. Такие уже румяные. Красота. Красота, красота. Вот. Все, девчонки.
Тихонечко огонь я убавила. Сейчас посмотрим. Наверное, еще. Так, сейчас я посолю. Так, скажите, правильно? Нет, я делаю. Так. Ну-ка, посмотрю, водички-то надо еще? Нет? Наверное, нет. Вот прикрыты они. В общем, на маленьком огонечке я закрываю крышкой. Вот так. Все. Ну, буду смотреть. Я не знаю, минут тоже, наверное, на 20 надо. В общем, попробуем. Посмотрим. Так, я выложила тушенку. Я добавляла еще немножко водички. И добавляла соли. Сейчас я вот эту тушеночку, макарошки почти что уже готовы. Надо было мне ее в чашке растеребить. Сейчас, наверное, получится здесь. Поди плохо. Не разделю на это. На кусочки-то, на маленькие. Тут еще лаврушка. Сейчас оно согреется, тушенка-то. Растеребится. Растеребится, ага. Все, пусть еще, да, согреется. Это вытащу, если что. Собаке, наверное, отдам. Так, ладно. Сейчас я еще под крышку уберу. Я попробовала. Вкусно, девчонки. Чуть-чуть еще, наверное, я подержу. И все. И наша вкуснятина будет готова. Все. Пусть еще стоит. Так. Все, девчонки. Тушеночка вся тут разошлась хорошо. Все. Влаги нету. Можно сказать, совсем. Я думаю, оно еще постоит. Все, макарошки готовы. Все очень вкусно. Вот. Все. Вот. Выключаем. И пусть оно еще постоит. Я попробовала. Все очень вкусно. Мне понравилось. Если что, может, еще кашу сварю. Если Саша не будет есть. Вот. Вот вам и экономия. Даже сейчас перед Новым годом можно скромненько так. Вот. Я уже своим сказала. Говорю, все. Ничего лишнего я больше не покупаю. Перед Новым годом немножко надо себе, как бы, и после Нового года. Вот сегодня у меня что? Рожки с тушенкой. Ну, вот кашу сварю Саше. Все. Больше ничего такого не будет. Так что нормально. Рожки, что они, по-моему, там 16 рублей. Тушенка подорожала. Сейчас это 148, солнышки. Вот. Ну, пусть кашу сварю. Пакет молока 52 рубля. Вот. Ну, а купа, что там, геркулес, если, например, сварю. 12-13 рублей пакетик я покупаю. Его ж не весь сразу. Если ячневую, мы полюбили ячневую на молочке,
22 рубля ячневая. Я считаю, что нормальная. Нормальная еда. На этом я буду с вами прощаться, девочки. Всем всего хорошего, всего доброго, праздничного настроения. Спасибо за поддержку. Всем-всем прямо, всем я благодарна. Вот. Ну и все. Увидимся. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.